Человек, который программирует в самом необычном, самом не таинственном языке программирования, называется Чиферок. Программировать в нем могут только люди, которые бахнули много чая, может быть, выкурили, может быть, внутривенно, ну или же литров 7 в себя влили. И после этого момента можно очень долго программировать в языке Чиферок. Если хотите научиться программировать в этом невероятном языке, пишите нам. Места еще пока есть, их немного. Красивым девочкам скидки, богатым мальчикам. Ну, придумаем там какой-нибудь кэшбэк. Вот такие вещи вы научитесь делать буквально через 7-8 лет занятий плодотворных, каждодневных, многочасовых. Бонусом вас научат жонглировать и говорить на китайском. Санчжуйская долина, там такая есть, ее диалект вы в совершенстве освоите. Сейчас пару эффектов еще. Это эффект прыгающего мячика. На мячик не очень похоже, к сожалению, но ну ладно. Здесь генерируется у нас. Мячик такой. Генерируется у нас все. Мячик такой. Ух, улетел мячик. А Таня такая же будет, как и этот мячик? Девушку нарисовать, это только Роден может красиво. Это какой-то программист новый, да? Роден — это программист до 19 века. А тогда уже программировали? Я просто не в курсе. Или 20-го. А он в каком языке программировал? Роден писал на языке любви, держа в руке молоток и долото. И долоток. Или долоток, как правильно. Долоток и молото. И вот последнее произведение сейчас какое. Друзья, я напомню, что все это происходит сейчас вот на таком железе. Вот оно! Невероятное это. На такой чудесной детской клавиатуре, которую парень, по-моему, отжал у бедного ребенка. У брата у младшего или у сына. У сына дебила. Компьютер я нашел на складе на одной московской фирме. Может, это лишняя информация? Название которой я могу сказать, если не захотят. А то я еще сообщником пойду. Если хотят сказать название фирмы, ее хозяева, я могу сказать. Мне кажется, это лишнее. Это всем известная модель. И понятно. Вот. Но не всем. Язык JavaScript, да. JavaScript. Я слышу, что-то скрипит. Это вот она самая, да? Да. Или ты языком делаешь? А компьютер — это очень простой Celeron. Ну, не совсем простой. Почему-то, видишь, у него на P2 повернутый экран. Все, достаточно? Я выключаю. Всего доброго.